Здравствуйте. Хочу познакомить вас со своей клубничкой, которая растет у меня на подоконнике. Вот ей уже месяц. Мне подарили эту клубничку для эксперимента. Она у меня стояла на улице. А как стало холодно, я ее занесла домой. И вот такие ягоды у нее вот завязались. Вот. И даже есть вот такие вот большие. Если честно, это мой первый опыт выращивания клубники в квартире. Поэтому что из этого выйдет? Я тоже не знаю, но жду. Всем спасибо.